тема вот этого концерт-разговоры песни и жизнь. Это Павел Федосов такой предложил тему. Но, в принципе, все песни, я думаю, у всех связаны с жизнью. Это неизбежно. Хотя бывают песни, которые связаны с не жизнью, там, с фантазиями и прочее. Вот. Но вот эта песня, она новая. Я хотел ее как раз на сотворчестве, имеет смысл всегда обыгрывать новые. Для меня это очень хорошая такая школа. Вот проверить эту песню, она нигде еще не исполнялась. Она написана как раз по летним событиям. Мы смогли в этом году, благодаря сотворчеству, съездить в Нижний Новгород, очень отыграть хороший концерт там на ярмарке православной. В общем, главное не сам концерт, а то, что это было действительно дружно. Жалко, что сегодня Дарья не пришла. Она как раз очень хорошо там поучаствовала, но что-то сегодня не дошла. Вот, так что песня такая на основе реальных событий. А под горой приют усталый, живой воды святой родник. Пусть сушит жажда жгучий шарик и душит пылью ярый зной. Там за рекой такие дали высокий песенный простор. В рассвет восходим незаметно, не вынося ссоры щера. Мы оставляем ночи ретро и выбираем вечность дня, где птицы небесные, птицы чудесные, по благовестию не сеют, не жнут. Над городами весями высяды рейсами, звездными рейсами цветут и поют. Словом грядущего хлеб не сдающего, его правды суд с верою ждут. С ветрами поют. Сказка лета промчатся чередой года. Так все пройдет, что тленно смертно, живое с нами навсегда. И зря не мечем бисер в суе, мы знаем цену слов и дел. Мы сочиним и нарисуем, что не сгорит в любом огне. Как кубики мы собираем, слова нам нравится игра. Мы дети радостного рая, нас позовут домой, пора. Домой пора, пора, пора. Где птицы небесные, птицы чудесные, свету известные, и сеют, и жнут. Над городами весями хвалятными песнями, высяды весами с
цветоты поет, славят грядущего единого сущего, его правды суд с верою ждет. Песня, ну вот сегодня прозвучала песня, по-моему, Вадим спел как раз про нас всех. Ну, вот, так что мы собираем песни про сотворчество. Вот эта песня про сотворчество, ну, как я его понимаю, потому что на самом деле вот эта лампочка, почему вот, ну, тут тоже были истории с лампочками, что свет, глаза светят. В принципе, когда мы начинали, да, у нас были свечки. Ну, поскольку это пожароопасно, понимаете, то вот, вот эта вот лампочка, она изображает свечку на самом деле. Вот. Ну, ввиду объективных тут причин, да, мы не можем тут свечки зажигать, хотя, конечно, это было бы более так атмосферно. Вот, и песня как раз вот, ну, как я это понимаю, да, вот сотворчество. Поскольку евангельская истина, что зажигшие свечу ее не ставят под спут, считаю, что каждый творческий человек, который наделен явно от Бога талантом, должен свой талант не закапывать. Именно для этого и существует сотворчество, собственно говоря. То есть, ну, чтобы как-то люди могли светить, а те, кому это надо, могли этот свет как бы получить взамен. Вот. Ну и, в принципе, это сам принцип даже содружества. То есть и самим что-то делать, и другим давать. Поэтому и дашьте. В общем-то, один из смыслов.